Всем привет, уважаемые подписчики YouTube-канала, с вами 17 Кубрик. И это обзор на чипсы Твистер с солью. Никогда такого не было, и вот опять что-то новенькое. Короче, состав картофеля хрустящий Твистер со солью. Это картофель свежий, масло растительное, соль пищевая. Может содержать незначительное количество глютена, молочных и рыбных продуктов, сои и горчицы. Все что ли? То есть тут картошка, масло и соль. Интересно, интересно. А пищевая ценность 100 грамм, продукта 5,5 грамма, жиры 37 грамм, углеводы 48 грамм. Энергетическая ценность, калорийность 2300 килоджоин на 550 калорий. Угу. А что еще пишет? Только свежий картофель. Ага. Понял. А, ну и все. Да, странно. Я опять не понимаю, как это в Азербайджан попало. Эти продукты. Ну, какие попали. Вот, как-то так. Давайте пробовать. Может быть, не выглядит, потому что я такой, по-моему, не пробовал. А может, что? Эй, а что так мало, что? Все, что ли? Такая пачка маленькая, пацаны, смотрите. Мне кажется, это какой-то обман. Мне кажется, что это обман. Ну, смотрите. То есть, это все, что ли? Что так мало? Тут хватит на пару стяжек сделать, тут и все, что это такое? Это вообще, мне кажется, непорядок. Ну вот так вот они выглядят. Вот так вот они выглядят. Сейчас вам покажу. Так. Не знаю. Было ассоциировано это внимание. Ну как-то так вот. Ну ладно, может они нормально вкусные. Вроде химикатов всяких там нет, всего лишь только картошка, соль и масло. Давайте попробуем. Действительно. Я только ощущаю соль. Всякие усилители вкуса тут нету. Ну, судя по описанию. Начать кушать можно, поэтому я ставлю эти чипсы 10 из 10. Потому что по цене плюс-минус нормально и всяких нет никак. Вот как-то так. Удивительно. Больше добавить-то нечего. Добавить есть, кстати. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, чтобы у меня не 100 человек смотрело каждое видео, а хотя бы 101 уже, что ли. Вот как-то так. Ну все, спасибо всем, кто посмотрел эти чипсы. Все, всем пока. Ну, блин, что-то, конечно, маловато. Ну, ладно, пойдет. Пойдет. Сука, подпишись быстро на канал. Если не подпишешься, то получишь бан. А еще получишь бан и не увидишь мой банан. Видео про игры и стримы на три зрителя. Каждый день снимаю и тебе говорю. YouTube канал 18 Кубрик, я тебя люблю.